МВД предупреждает о новой разновидности киберпреступлений в Беларуси. Жулики похищают деньги с помощью мобильного банкинга и делают это со смартфона самого потерпевшего. Схема выглядит следующим образом. На улице или в кругу знакомых злоумышленники просят телефон. Под видом набора номера отправляют USSD-запрос или через интернет активируют услугу М-банкинг. Она позволяет управлять счетом и получить у оператора сотовой связи лимитированный микрозайм. Затем злоумышленники оперативно переводили деньги на российские абонентские номера или банковские счета. Аналогичным образом могли похитить и средства с баланса мобильного телефона. Таким образом, у потерпевших пропадало в среднем от 100 до 200 рублей. Общая сумма ущерба составляет более 2000 рублей. Используя активированную услугу М-банкинга, злоумышленник может завладеть деньгами, находящимися на лицевом счете абонентского номера. Принятыми мерами в январе текущего года уже задержано трое граждан Республики Беларусь, которые действовали на территории Минской области, Могилевской и города Минска. Всего установлено более 20 фактов. В настоящее время проводится работа по установлению новых фактов совершения противоправных действий. Возбуждены уголовные дела по статье «Хищение путем использования компьютерной техники».